сегодня 24 сентября, да? И все выглядит в Мюнхене как 24 апреля. Вот эти вот крокусы, которые вылезли, это вообще интересно, такие весенние цветы. Я никогда не видел, чтобы они осенью вылезали. Я тоже не помню такого, чтобы вот они взяли, да, и в сентябре, в конце сентября вот так вот вылезли и так радовали глаз. В Мюнхене сегодня где-то написано плюс 17 днем, но солнце, вот на солнце так хорошо, так тепло, что куртка не нужна. Люди вообще в футболках едут. Мы-то с мужем не в футболках. А мне холодно. Ему даже холодно. Мне было вначале как-то немножко прохладно, потому что по тени ехали. А как только на солнце вышли, так сразу же даже жарко стало, даже потею. Вообще прекрасная погода. Могу сказать, что, наверное, может быть, ну, один, максимум два Октоберфеста было с подобной погодой в Мюнхене. Вот всегда дождь как зарядит, да, вот ну, идет. Вторая неделя там регулярно дождь. Ну, и первая бывает, прям даже с первого дня. А тут вот, ну, я не знаю, это вот говорят же, что климат меняется. Да, я бы сказала, климат меняется. Погода великолепная. Всем привет из Мюнхена, это английский сад. Thank you.